от имени руководства управления госавтоинспекции Ставропольского края вот такое благодарственное письмо, как дисциплинируемому участнику дорожного движения. Никогда не нарушайте в дальнейшем правила дорожного движения. Как бы помните, что это очень важно и нужно для всех участников дорожного движения, для вас, для ваших родных и близких. И всегда возвращайтесь домой. Спасибо вам. Спасибо. Водительский стаж Николая Ивановича около 40 лет. Мужчина рассказывает, последние годы сидит за рулем четверки. Изо дня в день проверяет исправность автомобиля. Да и сам говорит, никогда не нарушает. Поэтому и стал одним из достойных водителей. Это неожиданно и приятно. Потому что за всю жизнь как бы никто ничего никогда такого не было. И тут вдруг ни с того ни с сего. Водителем троллейбуса Александр Иванович работает более 10 лет. Инспекторы ГАИ, говорит мужчина, иногда останавливают и всегда отпускают. К административной ответственности, уверяют, никогда не привлекался. Пробив его по базе данных, действительно оказалось, мужчина ни разу в жизни не нарушил или не попался. От руководства управления ГАИ примите это благодарность очень от нас, спасибо. От всех. Очень наступающим праздником. Ой, вас, спасибо. Как-то. Очень приятно слышать, тем более от сотрудников от ГАИ. Это очень... Акция «Дисциплинированный водитель. Лучший защитник Отечества» проходит в масштабах всего края. Однако сотрудники ГАИ отметили, праздник праздником, но злостные нарушители будут наказаны. Елена Лазарева, Сергей Дмитриев, Информбюро.